приветствую вас на продолжении Plague Tale Requiem. Сегодня мы плывем на лодке. Плохо дело. Что происходит? Добегайте вперед, окружайте их. Чем вы им так насолили? Я просто защищалась. Стреляйте, остановите эту лодку. Миссия, прячься с нами в трюме. Нет, кто-то должен прикрывать Джозефа. Не глупи, слишком много. Это мое решение, оставайтесь там. Ты в порядке? Во мне не беспокойся. И дайте ему идти. Не приближаются, не подпуская их ко мне. Сдохни. Справа. Сейчас. Вы слышали, Арно? Остановите их немедленно. Кто на новенького? Вам нас не остановить, только не теперь. Будьте вы прокляты. Нужно их остановить. Нет, они переградили реку. Держитесь. Задержите их, не дайте ему идти. Нужно уходить отсюда. Проклятие, они нас заперли. Подожди эту телегу. Подожги ее этими своими огненными стрелами. От нас не уйдете. Следующая волна. Гори, гори, черт тебя побери. Слишком долго. Проход открыт. Да, Ся, немедленно иди сюда. Сюда, они здесь. Больно, мама. Чайте, что нравится? Боже, это просто безумие. Еще справа. Камень бросает против нас всю свою банду. Тоже настоящая война. Я ее начала, но я, если придется, я этого ублюдка Арно прикончу. Хватим их у моста. Предупреди наших, что они приближаются. Еще посмотрим, как ты это сделаешь. Готовиться! Целься! Огонь! Куча народа на мосту! Целая армия, горите вы все в аду! И столько не перестрелять! Это за нас с братом и за всех остальных! Ладно, ладно, это было впечатляюще, но тебе бы лучше успокоиться! Мы вышли из ущелья, течение набирает силу! Следите за рулем, я сама с ними разберусь. Вы неплохо справляетесь. Этот арбалет прямо создан для вас. О! Нет! Что происходит? Джозеф мертв. Спускайтесь обратно, защищайте Хьюго. А, мерзавцы. Беги к нам. Нас зацепили, нужно освободить лодку. Хватит, они тебя убьют. Пусть только попробуют. И сражайтесь или спускайтесь обратно. Держитесь подальше от моей семьи. Не приближаются, все, в укрытие. Не подходите, или я вас всех перестреляю. Так, у вас, сосредоточьтесь на девчонке, с остальными потом разберемся. Думаете, вам все дозволено, да? Вперед, она осталась одна. Где ваш глава? Где Арно? Выходи, сражайся. Давайте, парни, это всего лишь одна бесноватая девка. Кем ты себя возомнила? Я тебе кишки выпущу. Да-да, подходите, рискните здоровьем. У меня своими кишками давиться будешь. Я до тебя доберусь, милочка. Нельзя останавливаться, нужно с ними разобраться. Но я их всех перебью, я не остановлюсь. Это был последний. Теперь, точно, лодка. Перерезать веревки.
Не торопись. А дальше что будешь делать? Нет. Вот он я. Ну посмотрим, что ты можешь против воина в доспехах. Броню мне не пробить, надо бежать. Куда же ты? Вот он я, как ты и просила. Лодка, оторваться от него, разобраться с веревками. Иди на себя, я застал тебя врасплох. Признаю, убивать ты навострилась, но дальше-то что? Нет, 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 нет. Нельзя мешкать. Продолжай бежать. Хочешь убивать, будь готова, что и тебя никто щадить не станет. Только без паники. Хватит трястись, ты не должна ему попасться. Стрел у нас нет. Ты должна вернуться, ты еще можешь успеть. Давай, 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 погнали, погнали. Лодка, вот она. Наслаждаешься видами? Нет, нет, иди к черту. Что такое? Я думал, ты сама смерти ищешь. Давай, давай, прячься. Я тебя из-под земли достану. Ты в безопасности. Временно. Дыши ровно. Девчонка где-то здесь. Попробуйте ее отыскать. А ты-то сам куда? А я займусь ее семьей, тогда она сама к нам выйдет. Нет, ах ты ублюдок. Не трать мое время попусту, девчонка. Выходи, я тебя не трону, честное слово. Я должна добраться до лодки раньше него. Шевелись, чтоб тебе. Ты должна ему помешать, сделай что-нибудь, быстро. Что такое? Сознание потерял. Он труп, убийца наверняка неподалеку. Видимо, нас точно заставляют потратить наш нож. Да, да. Так. Значит. Да. Нет, чертова ворона. Иди сюда. Три, бежать. Да бегом же. Бегом, бегом, беги! Не останавливаться. Я слишком далеко. Нет. Если ты их тронешь, я... Бегом, бегом, он Юга, не попадет. Лука, быстрее! Да хватайте же ее! Давай, давай, давай сюда. О нет, опять это Тарно. А ну стой! Что, надоело играть в прятки? Сейчас увидишь. А миссия? Нет. Стоять на месте или следующим будете вы. Мы должны ей помочь. Последний тебе урок. Любишь рисковать? Делай это с умом. Юго, стой. Вы только поглядите на это. К ней подмога. Ну да, чувак. Подкрепление, которого ты не ожидал. Их больше нет. Ты ведь не умрешь? Правда? Нет. Скорее, лодка сейчас сорвется. Спойлер. Это главная героиня, она не должна умереть. Что ты делаешь? Амисия! Амисия! Что ты делаешь? Что? Что ты делаешь? Арвидерчи. Идем своей дорогой. Что ж, вперед на остров. Давай найдем собственный корабль. Только ты и я. И поплывем искать твой остров.
Глава 6. Шаг в неизведанное. Интригующе. Они не знают, как управлять лодкой. Мама и Лука. За них не беспокойся. Вдвоем они точно что-нибудь придумают. У тебя опять кровь идет. Да, надо бы перевязать, пока рана не воспалилась. Там есть чистая вода. Точно. И вода, у тебя спирта там запас, блин. Самки, что ли, идут? Ты слепил свой остров? Да, вот это похоже на зубы. Зубастый остров. Знаешь, а я его видела на картине в лаборатории Водена. Значит, он точно заправдошный. Давай, я помогу. Только не очень туго. Хорошо. Потуже, чтобы голова треснула. О, бантика не надо. Готово. То уже? Nice. Здорово. Спасибо. Да у тебя талант. Я старался не сделать больно. У тебя отлично получилось. Ну а теперь, сэр, давай найдем ваш остров. Да. Так, мы завелись новым оружием. Мы спроводили мамашу с Лукасом куда-то. Нахрен, не как мы попадем на остров? На корабле, как только выясним, куда плыть. Думаешь, мама будет сердиться? Радоваться точно не будет, но не переживай. А как думаешь, разбойники за ними не погонятся? Нет, все с ними будет хорошо. Но ведь у них нет оружия. Они убегут или спрячутся? Вау, надо же, смотри, какие цветы. Да. Да ладно тебе, ты же любишь цветы. Так, красивенько. Всего этого крупного пейзажа увидеть, такую долину, прям облегчение. Да. Зато бабочки же, жучки. Это по нам дерево. Если у них лодка утонет? Юго. Они умеют плавать? Все с ним будет хорошо. Ты обещаешь? Да. Стой, видишь то дерево? Спорим, я первый до него добегу. Сейчас? Зачем? Потому что ты шляпа. Я не шляпа. Вот и докажи. 3, 2, 1. Эй, сейчас ты сама будешь шляпой. Ох, блин, только не вздумай опять начать кровоточить. Тебя обгоняю, обгоняю. Скоро пройдет. Эй, это не смешно. Прости, я не могу. Ты там не ударился? Нет. О, гляди. Какое красивое перо! Какое мягкое и такое яркое! Иди, оно, наверное, с того гнезда выпало. Да, точно. Поищем по дороге другие. Уверена, нам будут попадаться еще перья. Да. А пока птицей у нас будешь ты. Птицей рыцаря. Кстати, мне это напомнило. Я тут пока ходила с Лукой, нашла красивые цветы. Дать тебе их? Нет, кажется, мне теперь больше нравятся перышки. А, ну ладно. А было весело? Да уж. Это из-за того, что голова еще болит? Нет, из-за того, что я теперь шляпа. Зато какая хорошая шляпа. Слишком добрая. В следующий раз я дам тебя победить. О нет, в следующий раз я тебя в лепешку раздавлю. О, ты слышишь? Что это? Голоса? Похоже на мессу. Тут что, есть церковь? Сейчас увидим.
Что это? Это ярмарка. Да нет, слишком далеко от города. Но пение доносится оттуда. Что они знают, где искать наш остров? Да. Давай спросим. Здравствуйте. Вам чем-нибудь помочь? Здравствуйте. Да, мы дорогу ищем. Чего там люди поют? Это сейчас мясо, а мы паломники. Мы молимся об успехе нашего путешествия. А, вы идете в Рим? Именно. А вы куда направляетесь? На остров. Только мы о нем почти ничего не знаем. О, наш предводитель Перье. Он хорошо знает эти места. Он вам поможет. Там, рядом с развалинами. Это он читает мессу. Хотя, может, вам сначала отдохнуть, тенечки? Вы, кажется, ранены. Ах, да. Спасибо. Спасибо. Не за что. А зачем мы всем в Рим? Может, следующий год? Юбилейный. Это такой особый праздник. Идем отыщем этого Перье. Осторожнее, дети. Не надо так носиться. Да, не бегайте так быстро, это город. Пирам разрушен. Старейшина вроде ничего, держится. Да, они у нас крепкие. Да, вера в них сильна. В Риме мы увидим папу? Может быть, если повезет. Там будет тысячи паломников. Скорее бы. А вот и Месса. Это там Перье? Да. Тихо. Подожди, пока Месса закончится. А, прости. Спасибо, мы тут подождем. Боже, услышь мои молитвы. Защити в святом странстве и паломников, ищущих милосердия в эти темные времена, и внемли мольбам слабых. Аминь. Можете проходить теперь. Спасибо. Аминь. Мин, мне то же самое, что спасибо, знаешь? Пойдем поговорим с ним. Здравствуйте. О, здравствуйте. И добро пожаловать. Вы новенькие? Да, по правде сказать, мы немного заблудились. Куда же вы направляетесь? Полагаю, не в Рим. Нет, мы ищем остров. У него есть два зуба. А еще птица, озеро и цветы. Я думаю, это остров с двумя высокими пиками. Нам говорили, вы сможете помочь нам его отыскать. По памяти вряд ли. У меня где-то была старая карта Средиземного моря. Идите на нее взглянуть. Да, спасибо, это было бы чудесно. Слушайте все! Происходит. Мы разыскиваем мальчишку с девиц. Птица убил уже нескольких солдат. Она вооружена и опасна. Приказу графа Виктора Аральского ваш лагерь будет подвергнуть обыску. Знаю, как убили человека с нечистой совестью. Но что бы вы ни творили, ребенка я им не выдал. Идемте со мной. Вас нужно вывести из лагеря. Идите за мной. Старайтесь не привлекать себе внимания. Дороги, всем выйти из палаток. Они кого-то ищут. Делайте, что вам говорят. И никто не пострадает. Пожалуйста, не трогайте нас. Мы ничего не сделали. Мы добрые христиане. Кто к вам последнее время не прибивался, чужаки? Знаете, каждый день кто-нибудь прибивается. Они нас выдадут? Нет, но надеюсь, вы загладите свой проступок. Да, я стараюсь. Всех нас рано или поздно ждет суд. Спешите, там еще солдат. Двое детей, девица и маленький мальчик. Ну не знаю, здесь так много народу. Все хорошенько подумать. Эй, осторожнее. А ну не вмешивайся. Нет, проблема. Скорее под телегу, пока вас не увидели. Я с ними разберусь. Давай. Миссия. Знаю, тихо. Простите, что я тебе? Вон ту группу вы уже проверяли? Некоторые из них с нами совсем недавно. Не то чтобы они выглядели как беглецы, но кто знает. Лучше, чем ничего. Пойдем их проверим. Все слышали? Будьте начеку и смотрите по сторонам.
отлично придумано. Можно идти, Амисия. Нажди его сигнал. Эй, вы! Я? Давно вы с этой группой? Свободен. Идемте. Не бегите. Пошли. Дорога к морю на той стороне загона. Спасибо вам огромное. Спасибо. Берегите себя. Идем. Нужно уходить отсюда. Надеюсь, солдаты не сделают им больно. И никому не сделают больно, если там нас не будет. Убраться отсюда как можно дальше. Какую-то девицу с мальчишкой только что видели выходящим из лагеря. Расширить зону поиска. О нет. Быстрей, быстрей. Стоять! Сюда, они здесь. Беги, Хьюго, не оглядывайся. Я ко мне, попались, сюда. Бери от меня свои руки. Нет, Хьюго. Все сюда, они здесь. Мне нужно подкрепление. Миссия, моя голова. Давай же, нам нужно уходить. А, да, конечно. Голова кружится, Ай, дай мне руку. У тебя опять кровь идет. Боже. За ними, девица опасна, приказано убить на месте. Миссия, нам нужно уходить. Да, нельзя останавливаться. Где мы? Похоже на какую-то каменоломню. Мы должны идти через нее? Там так темно. Я не знаю, есть ли какая-то другая дорога. Здесь, спускайтесь, передовой отряд уже внизу. Живее! Давай заберемся вглубь, нельзя оставаться на виду. Сначала мы посмотрим, можно. Нет, мы не можем. Так, ну что? В пещеры. Где они? Не знаю. Держись за мою руку. Ты правда кого-то из них убила? Да, я увлеклась. Мне это не рассказывала. Мне было стыдно. Не думай сейчас об этом. Стой, Амисия. Там какие-то люди. Ничего не слышу. С чего ты взял? Их чувствую. Думаю, из-за крыс. Я могу прислушаться получше. Ты уверен? Да, не беспокойся. Ладно, будь осторожен. Да, я их вижу. Они здесь, солдаты. Смотрите, здесь все. К нам кто-то пробрался. Погоди, но как? Это все крысы. Они чувствуют кровь. И теперь я тоже. Это похоже на шум. Как эхо. Где они? Близко идут сюда. Если хочешь, я опять послушаю. Идем, тихонько. Всем смотреть в оба. Отсюда им не выбраться, они точно здесь. А где все рабочие? Это часом не заброшенная шахта? Окончай ты уже с этими своими суевериями. Тебе капитана надо бояться, а не призраков. Эта девица его разозлила почище англичан. Это они сделали, точно говорю. Прячьтесь, не прячьтесь, от меня не уйдете. Всем смотреть в оба. Отсюда им не выбраться, они точно здесь. А где все рабочие? Это часом не заброшенная шахта?
Да кончай тоже своими суевериями. Тебе капитана надо бояться, а не призраков. Эта девица его разозлила почище англичан. Дверь. Где все еще идет кровь? Я в порядке, Хьюго. Что насчет крыс? Они опасны для нас? Они могут прорваться? Нет, они глубоко, пока что. Следи за ними. Девица порешала бывалых солдат. Кто она вообще? Кто-то из псов войны камня? Я снова их чувствую. Ты молодец. Ами не берет к себе ни женщин, ни детей. Нам отсюда выбраться. В нее явно дьявол вселился. Ее нужно сжечь. Да идите вы к черту. Посторонние, дайте знать, если кого-то увидеть. Здесь, хватайте их. Шевеливайтесь, хватайте лазутчиков. Проклятие, я потерял их из виду. Далеко уйти они не могли. Ищите здесь. Вперед, вперед. Дальше. Да, нужно выбираться отсюда. Что
Прямо. Теперь я знаю, что вы там. Очитесь, я все равно вас найду. Сюда, здесь есть люк. Точно, здесь можно выбраться. Ох, только не сейчас. Амисия. Дай мне перевести дух. Амисия, нам надо передохнуть. Нет, они идут по нашему следу. Нужно добраться до того здания. Это церковь? Не знаю, но здесь мы как на ладони. Может, там будет безопаснее.